Вот решилась выездился за город на велике. Вот все. Вот как раз здесь за городом заедет. Отдохнуть. Так, что с собой беру? Дела, в принципе. Вот новый взгляд у меня. Вот такой. Вот. Вот такой вид. Я его сейчас не стал. 30 литров. Рюкзак. Очень вместительный. Три кармашка. Вот. Один. Четыре. Второй. И третий. И один. Большой на 30 литров. Здесь у меня есть термос. Вверх. Диодный отражатель жакет, ну и там всякая всякая еще есть. Так, так получается у меня еще моточек, мой рюкзак. Не, рюкзак очень такой классный, удобный. Так, что еще беру? Бутылку с водой. Вот такая. И у меня обновление произошло. Здесь у меня вот такая крышка. Здесь у меня мини. Мой мини походный. Здесь. И у меня такие вот здесь кружку. Такую силиконовую. Надо кашу все сделать. Ну и вот. Жестяная, которая самая сюда. Ну, мама. Надо палку сюда делать. У нас. На ступке. На сухом ступке. И плюс можно так. И, в общем, она мне нравится. И постоянно смотрю. Я люблю эти просветистые. И кустах, наверное, плевала. Так что вот такой обзорчик. Так что получается у меня еще получился обзор на мой новый рюкзак. Вот это вот 4 кармана. Так что вот такой обзорчик у меня получился. И отдых. Ну что ж, на этом буду заканчивать. Всем удачи. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока.